Всем привет! С вами Неломоб. Мы играем в игру под названием Амнезия. Вот тут с тюрьмы, короче, я выбрался только что. И теперь бегу на поиски новых приключений. Вернее, у нас там есть определенные... Ой! Получено достижение. Бегите! Бегите! Бегите, глупцы! А чё ж такое-то? Так, ну и нужно было от кого-то убегать. Что-то за мной сзади гналось сразу же. Даже не раздуплился. Так, смотрим. Вот мы с тюрьмы еще раз выбрались. Уже закрыто. Так, бежим. Бегите, мне сказали. Фонарь. Нет фонаря. Досочки. Подожди. Закрой. Мне было интересно, почему у меня не заправлена лампа. Есть ли у меня масло? Есть. Раз. Два. Бежим дальше. Налево, направо. Куда мне? Ой! Это ошибка была, да? Мама. Мамочки. А-а-а! Бегите. Да я ж бежал, но, видимо, не в ту сторону. Видимо, не в ту сторону пошел. Так, еще раз бегите. Ну, бежим еще раз. Бежим. Надо было направо. Так, тут понятно. Понятно. Так, тут надо было направо. А тут налево, направо. О! Какие-то ступеньки. Кровяга, болото какое-то. Бежим. Что-то булькает. Оп. Так, нормально. Бежим. Опять ступеньки. Что за мной гонится постоянно? Что это такое? Нет. Мы все-таки сбежали с этого всего дела. То есть мы должны вернуться опять к тем шарикам, чтобы их собрать в кучу, либо же мне надо собирать сыворотку. Я уж не помню, что там у нас было. Когда Хейзел исполнилось 15, она уже прожила на 3 года больше, чем предсказывал доктор Тейт. У нее родители уже не осталось сил. Так, лампу пока что потушим. Камеры. А что это за место? Подождите-ка. Записка. Что там написано? Подобрано огниво. Что с ним случилось? Почему он ничего не прочитал? Упал. Потерял сознание? Александр умолк. Он не знал, что сказать. Он уже не узнавал своего друга, сидевшего напротив него в экипаже. Почему он от этой бумажки потерял сознание? 18 августа 1839 год. Сегодня мы подчиним мощь сферы и изгоним тень навсегда. Я чувствую приближение тени и боюсь смерти больше, чем когда-либо. Где это мы? Недалеко от Альтштата есть деревушка. Там живет фермер Циммерман с женой и тремя детьми. Это... Мы где это находимся? Это в лесу каком-то, что ли? Похоже на лес. Ладно, поехали. Мы взяли карету и поехали туда. Нас не ждали. Александр оглушил Циммермана, не привлекая лишнего внимания. Они на какое-то село напали? Барон занялся рабочими на ферме. А я пошел искать детей. О, господи. Детей? Теперь у нас хватит пленников, чтобы завершить ритуал. Какие-то сатанисты, что ли? Это воспоминание его. Плач затих, и из камеры донесся шепот. Они что-то замышляли, ему придется их наказать. Так, что-то капает. Что это такое? Подъем. Записка. Колодец. Надо подкрутить его? Достать? Наоборот, в другую сторону? Давай поднимем, что там внутри у нас. Пусто.
Ну ты повеси что-то. А у меня есть что повесить? Нету. Никакого ведра, ничего такого. Есть камушек. Опа, хлюпнуло. Реалистично. Так, тут полно камней. Ой. Ой. Опа, еще немного огнева. Что у нас? Тупик. И это жижа красная везде прям. Мне нужно сферу сейчас собрать. Или как? Тут я, наверное, не пройду, да? А! Нет, не пройду. Она дамажит. Она дамажит. Откуда я пришел? Ой-ой-ой. Откуда? А что надо делать? Может, какие-то камни нужно постелить, чтобы пройти тут по ним? Лестница. Дверь, доски. Есть какие-то доски, есть какие-то доски. Что мне делать? Как мне туда пройти? Камни, через камни перепрыгнуть? Как мне это разбить? Ладно, попробуем с разгона прыжок совершить. Может получится? О, получилось. Присаживайся. Дверь. Темная, притемная дверь. Темная, притемная дверь. Все стало в этой красной штукенции. Мы здесь уже с вами ходили не единожды. А там у нас чувак был этот повешенный, которого мы должны были как бы спасти. Но я что-то сомневаюсь, что там его эта красная фигня вся не сожрала. Все в этом красном. Черт, оно коцает. Бочки, бочки, бочки. А куда мне... Ага, это что такое? Это лаборатория. Это лаборатория. Мне должны здесь смешать какой-то ингредиент, чтобы спасти его, да? Пигулки, капсулы. И чего? Истекает пар. Из отсека идет пар. Что я должен туда положить? Что я должен сюда поставить? Как я должен тут действовать? Баночки, скляночки. Ну, пока мне непонятно. Вот тут что-то надо поставить, наверное. Вот, допустим, это... Вы не излечите яд из железы, нагревая ее. Яд из железы. Может, сюда? А куда мне ее поставить? В тиски? Яд из железы. О! Так, тиски какие-то. Вам следует зажимать сок из железы, если под ней не стоит емкость. Так, емкость, емкость, емкость. Есть емкость. Почему не поставилась? Вы не сможете это сделать. Так, а как мне емкость поставить нужную? Подожди, во-первых, потушить надо фонарь. Емкость, емкость. Мне какую-то, про какую-то емкость твердят. Вы сейчас не можете этого сделать. Какую... А, подождите-ка, тут что-то есть. Вот какая-то емкость есть. Поставь ее. Запихни туда. Но я туда запихну. Вы не можете сейчас это... Так. Почему-то не можете это сейчас сделать. Почему? Ладно, я запихнул туда это растение, а там дальше будет видно. Идем еще сюда, пойдем посмотрим, что здесь. О, вот он. Я думал, ты погиб. Замок дрогнул, я услышал, как обрушил солдат. Похоже, проход в лабораторию открыт. Ага. И чего теперь мне? В лабораторию. Вот это, ага. Это проход в лабораторию? Наверное. Надо туда залезть. Алтарь рухнул. И что, мы тут найдем какие-то ингредиенты нам нужные для того зелья всего? Ничего пока... Ух ты, это что такое? Медицинская пила. Ух ты, это еще не для чего. Я нашел медицинскую пилку. Решетка закрывает дренажную трубу. А зачем мне эта труба? А зачем мне это? Кровь нужно во что-то налить. У меня есть такая баночка вот. До крови не дотянуться как-нибудь, простите, сосуд, чтобы набрать кровь. Как я могу ее... О, веревка. Здесь это не поможет. Объединить? О! О!
Теперь получится. Мне как будто... Я набрал кровь. И что мне с ней теперь делать? Так, подождите, подождите. Умирающий человек... Попасть нужен шар. Осколки лежат. Я нашел эту кровь. У меня пила еще есть. А что это за дверь такая? Да, не поддается. Если я тут наведу, она наполнена кровью. Стеклянная банка с кровью. Ну... Ой, тут какая-то дырка. А что дальше делать-то? Что ты делаешь? Времени мало. Я пытаюсь раздуплиться, что мне делать дальше. Вот что я... Ну, у меня тут кое-что появилось. У меня появилась баночка с кровью. Может быть, мне нужно теперь ее сюда запихнуть? Может быть, теперь там она подставится, баночка, когда она уже с кровью вот здесь. И мы сможем добавить... Пробовать. Нужно очистить, прежде чем смешать ее с чем-то. Очистить? Как ее очистить? Сюда? Здесь очистить? О! Поставил. И что теперь нажимать? Надо еще поджечь наверняка. Крутить эту штуку. Что происходит? Ничего не происходит. Пилка у меня еще есть. Бахни по нему пилой. Вот огонь. Вот это поджигание. Что делать дальше? Эй, я не понимаю. Мне непонятно, что... Вот я поставил кровь. А здесь что нужно запихнуть? Пилу. Может, она... Не, шар. Кость? Не поможет. Я не понимаю, что дальше делать. Как это дергать? Вниз не дергается. Вверх не дергается. Ничего не дергается. Ничего не происходит пока что. Что-то нажал. Ничего не произошло. Ампулки, ампулки, свеча, которые нужно, по идее, здесь поджечь. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Может быть, мне чего-то еще не хватает? Ну что мне может не... Как это... железный пруд. Может быть, я что-то еще где-то не должен применить? Что мне делать дальше? Куда мне бежать? Отсюда я пришел. Правильно? Правильно. Подскажи, мужик, что мне дальше делать? Лучше. Что ты делаешь? Времени мало. Да я понимаю, что у вас времени мало. А у меня что? Тут все загорожено, перегорожено. Здесь тоже наверняка все закрыто. Или не все? Чего? Я тут грибы тут нашел. А у меня нету больше масла, чтобы зарядить. И я... И у меня настойка опия. Я не могу тут ничего рассмотреть. Так, трубы, грибы. Тут тоже тупик, судя по всему. Ладно, уходим. Здесь, наверное, мы ничего не добудем. Ученик Югатейл сказал, что нашел способ перенести меня в... Куда тебя перенести? Другой мир. Не торопи события. Сперва нам нужен эликсир. Эликсир вам нужен, я все понимаю, но как мне его довести до нужной консистенции? Тихо, я не выжидал. Ай, перепрыгнул. Ты что-то открыл. Тут тоже все в этой ерунде. Немножко огнево. Алтарь! А зачем мне пошел в алтарь? Мне нужно туда идти. Может быть, там какую-то сейчас мы после этого, когда было землетрясение, там какую-то дверь новую для меня откроют. Там же была в подвале одна вещь, которую я не мог... Которую я не мог попасть. Там была одна дверь, 100%. Так, это я помню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, если я сейчас шар туда запихну? Вот там слева была дверь, которая... Ой! Черт. У нас там... Гости незваные. Ходят гости незваные. Но я сейчас попробую шар запихнуть, это будет ошибкой. Я еще запихну, ладно. Закрываемся. Вот здесь шар, я могу его собрать, наверное.
Видите? Собирается. Я чё, Агриппу? Получено достижение. Иначе сейчас меня не будет током бить? А, еще как бьет. Еще как лупит меня током. Но шарик я собрал. И что происходит? А, записка новая появилась. Шар не уберет барьер сам по себе. Нужно что-то сделать с машиной. С машиной что нужно сделать? Что-то сделать с машиной нужно. А что? Без понятия. Так, тут нас уже ждут? Нет? Не ждут. Ладно, тогда бежим. Значит, на левую сторону мост обломан. Мы с вами видим. Обломано все. А на правую там был чудик этот. Тут налево я не попаду уже никак. Ой! Тут уже все. А туда, по идее, я могу попасть. Только если бы там меня только никто не ждал. Я надеюсь, что я теперь вниз туда смогу спуститься и открыть эту решетку. Так, тут ничего нету ценного. Бумажка. Ее тут раньше не было. 16 августа, 1839 год. Кем я стал? Девочка сбежала. Я гнался за ней до самого верха. Я догнал ее и... Сколько стоит жизнь? Сколько жизней я заберу, прежде чем отдам свою? Я готов прикончить убийцу, чтобы спасти невиновного. Но убить невиновного, чтобы спасти себя, чертов убийца. Капец, чем тут занимались они? Сумасшедшие какие-то. Ради науки, что ли, все? Вот, тут была раньше закрыта решетка, я помню прекрасно это. Что здесь? Механизм. Ай! О, у меня есть кое-что. Не поможет. А что поможет? Ай! Недостаточно велик предмет. Наберичит побольше, покрупнее. О! Какой-то надо еще больше предмет. Не поможет. Подбери шестеренку, да, запихни шестеренку и все. И что тут теперь делать? Недостаточно велик. Бам. Пальцем чисто оторвет пальцы сейчас мне все. Я без понятия, что они от меня хотят. Пилку запихните. Молотком. О. Не поможет, не поможет, не поможет. А если я пилкой распилю это? Не поможет. Что я должен сюда принести? Что? Что? Чтобы оно сломалось и остановилось. Без понятия. Что делать дальше? Недостаточно велик. Коробку туда запихнуть. Недостаточно велик предмет. Свеча, шестеренки. Нельзя. Нельзя ему доверять. Кому ему нельзя? Молотки туда не пойдут. Коробку запихнуть. Попробую коробочку сюда запихнуть. Недостаточно прочен предмет. Тут недостаточно велик, тут недостаточно прочен. Ау, камень, кусок камня. Сейчас мы камень туда запихнем. А ну-ка, камень. О! С камнем, кажется, сработало. Я сломал, кажется. Что затряслось? Ой-ой-ой-ой-ой. Я сломал механизм. Камень вон запихнул. И чё теперь? И чё ж теперь будет? Теперь я могу... Механизм, по идее, остановил. Ха! Чёрт побери. Прячемся. Двери тут есть? Дверей тут нет.
Он там? Я не уверен, что он там. Но может быть и там. Вот он уже ушел. Кажется, он ушел. Ушел. Это хорошо. Но мне нужно побежать туда к шарику, правильно ведь? По идее, к шарику мне нужно. Давай куда-нибудь сваливай. Да, да, направо, направо. Он пошел налево. Оп. Он пошел налево. А мне хотелось к шарику попасть. Так, карта. В одной из записей говорится о смеси из трех ингредиентов. А гриппа умирающий человек хочет выпить укрепляющее средство, которое поможет его спасти. Мне нужно этого гриппу как-то спасти. В одной из записки. Какие записки? Какие записки? Говорили. Записи. О пытках. А гриппа вызывает... Надо мной я поверил, ему сказал о своих истинных целях. Он все равно растал, чтобы я... Так-то. Гриппа в течение мной... Что я отдать ему гриппу... А, судьбу. Обман. Роль грипп сыграть. Ага, роль ангрипп. Это может сыграть ядовитый грипп, если мне удастся добыть ядовитую железу достаточно большого гриба. Это я нашел. Кажется, много таких грибов растут на... Я нашел. Жизненную сущность можно извлечь из обычным способом из крови агонизирующего человека. Это я тоже нашел. Надо непременно это сделать во время следующего сеанса пыток. Вот добыть темп. Тамптер будет сложно. Кажется, в этом мире его нет. Даже когда я пишу его название, мне кажется, что делаю что-то не то. По-моему, он содержится в выделениях, живущих в воде корнков. Нужно попросить Вейера о том, чтобы он предоставил мне такую особь. Посадить кернка можно будет в подготовленный особым образом колодец. Колодец там был какой-то. Но, скорее всего, я с него не достал ничего. А как я должен был туда... Кость нужно было туда поставить, наверное. Кости, может быть, этот зверек бы туда цепанулся бы за кость. А где тут колодец был? Где-то был колодец, я видел колодец. Где-то был, точно. Где-то мы колодец видели с вами. Ведь так, был же колодец. Нет. Там был, по-моему, наверху колодец. Наверное, мне нужно было на него косточку привязать. Мясо. Как мне теперь найти это все дело? Оп, оп, ай. Что ты делаешь? Времени мало. Да я все понял, но просто как-то... Я тут немного не так сделал, как нужно было, скорее всего. Я пропустил кость, скорее всего. Где здесь была кость? Вот где-то. У меня еще нету подсветки. Никакой. Тут темно. Там же был где-то колодец, так ведь? Подожди, страшно. Понимаю. Где-то здесь был колодец. Колодец. Где-то мы его упустили. Так, я понимаю. Ой, я так что-то далеко полез. Ай. Вот он колодец. Я же говорил, что где-то он тут был. Тут какой-то колодец уже зачахлый. Залипший. А был еще один колодец. О, тут зато есть немножко вот огнева. Ай. Клюют меня. А ну. Открывайся. Не открывается. Что-то меня только кусают постоянно. Где-то был еще один колодец, по-моему. Нет? Вот он, я же говорил. Так, веревочка. Там кто-то булькает. О! А я был прав. Мясо. Там кто-то на дне сидит какое-то существо. Кто-то тянет веревку. Ой, что-то не получается. И что?
Музыка страшная. И что мы теперь там получим? Какую-то железу от него? Или что это там? Обглоданная косточка? Слюнями. Подобрали останки. Останки какие-то подобрал. Давайте почитаем про них. Вот они. Кость покрыта слизью. О, у меня есть кость, покрытая слизью. Вот. Он лжет. Кто он лжет? Тот Агриппа лжет мне. Так. Где я? Я ничего не понимаю, ничего не вижу. Это лестница? Лестница. У меня просто нету больше масла для моей этой самой лампы, и поэтому я ничего не вижу. Ну, как вижу, но очень-очень с трудом. Так. Так, куда, где был? Вот здесь лаборатория. Значит, мне надо сюда кость запихнуть, в эту штуку. Да. Пробуем. Мне с ней проводить огонь, пока емкость не установлена в подходящее место. Емкость? Какая емкость? Какая емкость? Ну что такое? Как это завести теперь? Что значит емкость? Это надо как-то нагреть. Но как это сделать? Как это провернуть все? Стулья мешают мне. Емкость. Вот это тоже не крутится. Тут тоже нету емкости. Надо как-то с этим, с кровью разобраться. И будет эликсир готов. Как это поджечь? Вот есть огонь. Какой у меня есть еще вариант, чтобы это дело... Не поможет. Не поможет. Как разжечь? Как? Чем поджечь? Вот огонь есть. Почему нельзя это воспользоваться этим? Огонь. Спички. Свеча. Что-нибудь, что можно было поджечь. Подходящее место. Нагревание, пока емкость не установлена, подходящее. Вот она, емкость моя, с кровью. Моя, это вот. Надо как-то найти способ, как это поджечь. А я не могу понять, как. Вот бумажки валяются какие-то, книги. Так возьми и подожги. Как же это сделать? Это не забирается. Потому что это не поджег. Ага, вот оно, подожглось. Я подкрутил ее нормально. Теперь могу ее взять, правильно? Найдено средство, там что-то. Что пишут? Это укрепляющее средство, еще не доделано по инструкции Вейерна. Ставим. Нельзя? Есть. Пробуем дернуть рычаг. Косточка перерабатывается. Мы с нее вытягиваем экстракт. Берем. И здесь теперь еще не доделано. Ставим. И яд из гриба. Из гриба яд выдавливаем. О, по идее теперь зелье готово. Берем. Укрепляющее зелье, средство Вейера. Нужно ему теперь... Сейчас нужно ему его отдать. Держи. Слушай внимательно, мой мальчик. Слушаем. Сперва напои меня эликсиром, затем обезглавь меня пилой. Ого! Когда эликсир сработает, ты сможешь обезглавить меня, не убив. Затем возьми мою голову и отнеси к вратам, которые Александр открывает в святилище. О чем ты? Почему ты не войдешь в врата? Нет времени спорить. Нужно действовать. Голову нужно отрезать. Даем эликсир. Держи. Похлебал эликсир. А что с ним будет теперь? Быстрее. Обезглавь меня. А я... Даниэль, что бы ни случилось, пронеси меня через врата. Так, а что там? Агриппа хочет, чтобы мы ему отпилили голову. Ну, давай. Боже, ты ему башку отрезал. Все, берем голову. Теперь нужно через врата его протянуть. Бежим в те ворота. Там есть охранник, помним же. Так, все. Доступных воспоминаний нет, а голова... Вот она, голова Агриппы. Отрезанная голова Агриппы. Офигеть, отрезал башку. На алтарь. Но там же что-то чувак сидит. Ну, вернее, не сидит, он там
охраняет алтарь, грубо говоря. Но как-то его обдурить, чтобы он меня не словил сейчас. Ой, боже, мне не сидится уже. Так, открываем. А где он? Пока не вижу. Оп. Оп. Надеюсь, сейчас он там не будет прям стоять возле входа и меня поджидать. Вроде все тихо, спокойно. Он ничего не подозревает. Бежим, 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 бежим. Святая святых. Пробежал. Там что-то сзади меня шумело, непонятно что. Всю жизнь он считал себя хорошим человеком. Ужасные поступки совершал только ужасные люди. Такие как хулиган, там что-то там. Святая святых. Три двери, рычаг. Закрыл. Открыл. По бокам. Ой, ну здесь, наверное, будут снова какие-то головоломки, да? Что это? Записка. 19 августа 1839 год. Я не виноват. Этот гад манипулировал мной. Он сыграл на моей совести и бросил меня один на один с тенью. Чертов манипулятор! Он что... ждет, что я просто приму смерть, пока он овладевает величайшей силой во Вселенной? Клянусь, я убью тебя, Александр. Жаль, что тень не достала меня в Лондоне или в Алжире. Тогда ничего бы этого не было. Ты превратил меня в чудовище, в убийцу. Я жду смерти. У меня нет сил бороться. Колени подгибаются. Я ничего не вижу. Потому что в глазах стоят слезы. Я сломлен, как те несчастные, которых я замучил. Я хочу стереть свою боль, как мы стирали память наших жертв. Ужас. Короче, он хочет этому Александру отомстить. Ой, что-то взял. Я что-то взял. Укололся, что ли? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Короче, с этого момента мы продолжим в следующий раз играть. Пока что на этом остановимся. С вами был Ниломоб. Мы играли в игру под названием Амнезия. Я еще и вырубился что-то. Так. Укололись мы. Укололись, правильно? Или не укололись? Вот оно. Все, я уже укололся. Немножко раздуплился, стало мне легче. Идем дальше. Идем дальше, смотрим. Тут дверь закрыта. Идем сюда, в эту дверь. Тут у нас что? Тоже. Ну, все такое под Египет, под такие старинные. Еще раз укололся. Опа! Встал. И что-то активировал. Ага, вот оно что. На этот круг надо было встать, видите? Ползем. Скорее всего, теперь ворота открылись центральные. Иду, 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 иду. Встал. О, тут уже это вот красная жижа, жижа красная. Болото, фу. Так, смотрим. Ворота еще больше появились. Комната с шаром. Ух ты. Если бы не Александр, он бы остался невинным человеком и сейчас мог бы умереть с чистой совестью. Так, портал какой-то. А я-то все думал, придешь ты или нет. Это Александр? Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе все ясно и понятно. Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия. Злодей? Но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра? Добра не вижу. Зла по Грибе. Людей поуничтожали столько. О, колонны. А ну-ка, могу трогать. Едва держится. Я могу это разрушить? Сейчас ему тут ничего не дам. Ритуал провести. Никакой.
А это тоже можно как-то подергать. А у меня есть же инструменты какие-то, я с молотком. Здесь не поможет. Кувалдой. Ничего не получается. Я хочу это разрушить как-то его. Буду делать ритуал очередной. Нет, о, не сломал. Я сломал его установку. Все. Нефиг тут строить всякую. Я понимаю, ты сомневаешься в моих намерениях. Стой, Даниэль, ты все испортишь. Ха-ха. Сломал. Уже так близки, прошу. Ничего тебе тут не получится сделать. Ты что-то устроил какой-то это но сам. Но ведь я, возможно, спасаю и себя. Возможно, но не в я этой жизни. Я такой же, как ты, Даниэль. Да ты что? Пленник обстоятельств. Да ты что? Я заперт в мире, который чужд мне. Сейчас мы тут, короче, тебе покажем, где раки зимуют. Ты обретешь свободу, но отнимешь ее у меня. Мы так близки к цели. Я стремился к этому многие века. Камни крутятся в потолке. Так, все, давай заканчивай. Трындёж. Так, переверну. Ну! Чё она не ломается? Может, в другую сторону? Нет, глупец! Ха-ха, всё сломал. Ломать не строить. Погубил нас обоих! Конечно. Конечно. Сурвивор, сурвивор. Все, мужик взорвался. Погубил вас, погубил. Какой я плохой, ужас. И чё? По-моему, это конец, нет? Это был мой величайший триумф. С тех пор тьма отпустила меня. И чё? Чё, всё потемнело? Потемнело всё! Думаешь, я боялся бежать из Бранденбурга? Как раз наоборот. Музычка. Прикольно. Я знал, что это мое чистилище. Адское пламя, которое очистит меня от грехов. Это как он выбирается уже отсюда, да? Вылазит с этого всего. Отрицаю то зло, что совершил. Но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Я поступил правильно. Ура! Свет в конце туннеля. И чего там? И чего там? Все, и пошли эти самые авторы игры. The Dark Descent. Мы можем нажать Escape как-то. О, конец. Конец. Так, ну мне интересно было, там еще можно было нажать продолжить, да? Допустим. Последний сейв, наверное, будет с того момента, когда мы зашли в эту его комнатку, я думаю. Ну, именно в этот зал последний с порталом. Там можно было голову Агриппы кинуть в портал, мне писали. А я-то все думал. А где портал? Привет, привет. Сюда? Я еще вижу, не открылся. Убедил тебя помочь. Портал еще не теперь открылся. Тебе все ясно. Здесь портал откроется. Я теперь злодей. Добро и зло. Я приготовлю голову этого Агриппы. Такие удобные понятия. Но ну, едва ли применимые в нашем случае. Открывай портал. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра? И не видишь слава Агриппе. Сейчас мы Агриппе спасем, наверное. Его душу, по крайней мере, спасем. Ой-ой-ой. О, открывается. Что-то шумит. Все, открылся? Еще не открылся. Что-то мигает. Еще не открылся. Долго еще будет открываться портал. Мне нужно что-то нажать. Еще не открылся, пишут. Шум, только шум страшный. Музычка, музычка. Нагнетает. Камни крутятся.
Портал, открывайся! Нус! Здесь не поможет. Еще не открылся. А когда он откроется? Камушки крутятся. Ты портал будешь открывать? Или как? Камни как крутились, так и крутятся. Как портал открыть? И сколько тут надо ждать его? Или они быстрее начинают крутиться? Как вы думаете? Ну, они начинают быстрее крутиться, эти камни. Или нет? Камни, вы быстрее крутитесь, или мне кажется? А может, я должен коснуться этих палок его? Ты видишь? О! Меня? Вижу, вижу, вижу. Совершенно другой мир. Сейчас кинем в портал. Очень прекрасно. Наконец я могу вернуться. Домой. Сейчас я Агриппу накину. На. Скоро откроется портал. Так еще не открылся? О, значит, он готовится к открытию портал. Подожди. Но ты, прости меня, ты не сможешь войти. Ты все еще запят. На тебе клеймо теть. Тихо, тихо. Она поглотит тебя в любом случае. Подожди, подожди, подожди. На тебя Агриппу туда. Нет, попал. Ты нас погубил. Я туда Агриппу запихнул. В портал. В башку Агриппа, вернее. Но он все равно умирает, да, этот демонюга? Ой, и я тоже погибаю. Вот такая еще концовочка, да? И что будет сказано в конце? О, это я как будто уже мертвый? Я могу идти? Да, в свет какой-то в конце. Вот он, ты видишь его, Веер? Он не заслуживает такой участи. Это мне Агриппа говорит, по-моему. Помоги им. Я знаю, ты можешь. Веер. Игра очень запутанная такая история, на самом деле. Но я так понял, что была какая-то лаборатория. Не волнуйся, Даниэль. Все будет хорошо. Они ставили эксперименты над людьми, собирали их не по их воле. И какие-то ритуалы свои делали. И все это связано как-то еще с мистикой, этими шарами, этими порталами. И этот мужик хотел это все сделать ради того, чтобы стать каким-то суперсильным. Этот вот. И вот людей уничтожали, там... Делали над ними эксперименты! Эксперименты на ними ставили, чтобы получить этот портал и стать какими-то всесильными. Вот такая какая-то игра запутанная с таким сюжетом. Так, и последняя концовка. Там писали мне еще, что можно, короче, дать этому Александру зайти в портал, и тогда что-то произойдет интересное. Так, ну давайте дождемся моментика. Это третья концовка игры Амнезия, первая часть. И сейчас вот в портал залетает уже он туда. Я дал ему возможность залететь Александру. И все. И что теперь будет? Камни сюда. Прошу, отпустите. И голоса в моей голове все еще звучат, да? Он красная, это жижа. Кто-то меня ударил. Бам. Невиновен. Я ничего. Все в красном этом поехали. Меня эта краснота поглощает. Сожрала меня, короче, эта красная. Это красная чума. Вот, это получается... Спасибо, друг. Это мне Александр обращается. Твоя жертва не будет напрасной. Тебя будут помнить. Помнить вечно. Не за что. И пошли авторы игры. Это было три концовки игры The Dark Descent. Амнезия, призрак прошлого. Конец. Вот так-то. Первую часть этой игры я прошел, буду проходить еще вторую, наверное. Планирую, по крайней мере. Ну и на этом, пожалуй, ролик завершается. Увидимся в следующих видео. С вами был Ниломоб. Всем пока-пока.